Итак, доброй ночи, дамы и господа. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я вас приветствую на Love Not Jamming в клубе Алексея Козлова. В очередной раз хочу извиниться, что мы так долго задержались, потому что все ехали, все добирались. Сами понимаете, пятница, день рабочий у всех, длинный. И, в общем говоря, мы все собрались сегодня здесь с вами. Я хочу пригласить еще Сергея Конькова, который на гитаре у нас сегодня играет. И, собственно говоря, композиция, которую мы сейчас для вас изобразим, она будет инструментального характера. Мы по традиции открываем наши джемы инструментальной композиции. И я желаю вам хорошего времяпровождения, друзья, отличного настроения, прекрасной музыки, вкусной еды и замечательного отдыха, друзья. Спасибо огромное. Главный джем клуб Алексея Козлова. Мы начнем. Спасибо. Для вас играл диджей Франц, друзья. Сегодня здесь. Ура ему.
Спасибо нашему духовому отделению сегодня, которое здесь собралось у нас. Спасибо, ребята, мы очень любим все саксофоны, все трубы, все как бы фанк, любовь, уважение, смирение, терпение и вот в общем всего хорошего. Итак, друзья, следующая композиция, которая прозвучит, называется «Джейсон's Song». Кто-нибудь знает такую вокалистку Ариану Гранде, друзья? Знает кто-нибудь? Вот, а эту песню кто-нибудь знает? Джейсон Сон, знает? В общем, для осуществления этой композиции я бы хотел пригласить Катю Викторову на сцену. И сейчас она споет эту чудесную, прекрасную композицию. Давайте поприветствуем Екатерину Викторову. Сегодня здесь у нас в гостях на клавпост-джиме. И вот этот микрофон можно активировать. Для начала его можно попробовать сказать, может быть, громче, тише. Здравствуйте, друзья! Вот. Прекрасно! Итак, как у вас настроение, друзья? Все, надеюсь, прекрасно, дамы и господа, у вас. Еще раз всем доброй ночи, вновь прибывшим. Вы попали на Glaphos Jam, клуб Алексея Козлова. Итак, Екатерина Викторова сегодня здесь, и композиция «Джейсон Сонг» Ариана Гранде для вас специально. Ура, погнали! Ура! Thank you.
Спасибо огромное. Екатерина Викторовна сегодня здесь, на главном подземе. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Это прекрасно. Спасибо, друзья. Итак, диджей Вячеслав продолжает свою работу. Итак, следующим гостем, которого я бы хотел пригласить на сцену, является очень хороший, замечательный саксофонист, он же гитарист, он же певец из славного города Санкт-Петербург. А зовут его Игорь Тимофеев, друзья. Игорь Тимофеев, если ты здесь в зале, пожалуйста, выходи. И композицию, которую мы сейчас сыграем, называется она «Street Lights». Друзья, Чарльз Бернхоф, есть такой скандинавский, по-моему, норвежский персонаж. Норвежский. Американский уже? А, уже американизировали, вот так вот. Человек, в общем, жил-жил, и вот так вот все у него произошло. Итак, Игорь Тимофеев сегодня здесь у нас. Вот, собственно, вокальный, его микрофон. И композиция «Street Lights». Сейчас мы ее изобразим. Друзья, настроение прекрасное. Напитки вкусные. Че, нет? Напитки вкусные? Вкусные. Нет? Ладно. Итак, о напитках позже. Игорь Тимофеев сегодня здесь, на Главбосс Джем. Друзья, и мы начнем. Хорхе Нунес. Оля, мучайте. Итак, друзья, пока происходит понимание. Вообще, расскажите, пожалуйста, а кто здесь сегодня в первый раз? Вообще, на этом мероприятии, вообще, в этом месте, в этом городе, в этой стране, может быть, кто-то. Итак, вы, наверное, знаете, что такое джем вообще, по сути, музыкальный, вот что это вообще такое? Бывали на подобных мероприятиях? Ребята? Да, знаете? Ну, супер. Ну, в общем, кто не знает, музыкальный джем. Это когда много-много различных музыкантов, которые между собой знакомы или не знакомы, собираются и, в общем, играют прекрасную, замечательную различную музыку, то бишь все происходит на ходу почти что. Вот. У нас почти что тоже все происходит на ходу, но ход у нас немного подготовлен. И вот сейчас вот у нас происходит то самое, когда меняется наша ретросекция. Вот у нас Алексей Козловский покидает сцену. Давайте его поаплодируем, знакомьтесь, это наш барабанщик. На его место занял человек, которого зовут Хорхе Нунес, друзья, из замечательного острова Куба. И Михаил Бабалола сегодня здесь на разгибая нас. К сожалению, я еще пока не знаю, откуда он родом. Может быть, он подскажет. Бенин. Из Бенин. Знаете, кто такой страны, который называется Бенин, друзья? И самое интересное, кто-нибудь на карте может сразу сходу показать? Итак, все ли готовы? Друзья, мы готовы? Мы готовы. Все, начинаем. Поехали. Песня «Street Lights». I know we can.
There is a darker story underneath. To show not make this part of town look good now. That the professional place that appeals most out to you. So thank you.
15. A ship on board, bound for Seville, recycled by the members of the crew, to end up on the streets of downtown Oslo. And it's fine and proud to stay home, grown and die. Somebody with a чудесная композиция, которая называется Day by Day, друзья. И для ее Day by Day, да, ее осуществления я хочу пригласить на сцену девушку, которую зовут Элина Решетникова. Она заходит к нам периодически, вот, пользуется Элина различными современными электронными, так называемыми, примочками, приборами. Вот, и сегодня также она и будет ими пользоваться. Давай я тебе немного. Итак, друзья, как настроение у вас? Надеюсь, все прекрасно? Дамы и господа. Ну что, как-то вы какие-то тихие совсем сегодня. Устали, что ли, за неделю? Ребята. Устали ведь, да. Но ничего, ничего. Итак, Елена Решетникова, композиция Day to Day композиция называется. Итак, композиция прекрасного пианиста, зовут его Роберт Бласкин. Поет, правда, я не помню, кто там, но, в общем-то, это не так уж и важно, потому что здесь у нас сегодня Элина Решетникова в гостях на главплощадке. Друзья, давайте поприветствуем артистку, и мы начнем.
Спасибо огромное. Ирина Решетникова, сегодня здесь у нас песня Day to Day. Друзья, спасибо вам за то, что вы поете вместе с вами. Итак, диджей Вячеслав продолжает свою работу. Итак, я хотел бы пригласить на сцену еще одного нашего гостя, которого зовут Борис. Борис Шишина здесь у нас в гостях. Давайте поприветствуем его. И композиция, которая сейчас прозвучит, называется Love is Gone, друзья. О, да. Очень интересная. Привет. Очень интересная композиция. Да. Мы сейчас быстренько обсудим, как она у нас должна звучать. Вот, буквально один момент, друзья. Итак, друзья, мы вроде поняли, что нажимать, и сейчас мы продолжим наше музыкальное путешествие. Итак, композиция Love is Gone, Борис Шишера, Love Must Jam, друзья, в клубе Алексея Козлова, поехали! Yeah.
Кира, здесь сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Итак, друзья, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. И для вас поиграет замечательный наш сегодняшний диджей. Не диджей Вячеслав, а диджей Франц. Хорошо? Друзья, небольшая музыкальная пауза. Кто курит сигареты, спускайтесь вниз, освежитесь. Кто выбивает, пожалуйста, барку. Все работает. Хорошего вам времяпрепровождения. Вы на Club Most Jam в клубе Алексея Козлова. Друзья, мы вернемся минут через 15-20 максимум. Спасибо вам огромное за внимание. Ура, выходи скорее. Итак, пока Василиса к нам идет, здесь я, да, интересно, как вы считаете, Валентин? Должно быть здесь, да, Валентин? Может быть, я. Можете посмотреть, если вам не стоит навестить. Валентин Монастырский, за одним прорекламируем этого человека. Наш постоянный фотограф, друзья. Если вы следите за анонсами в нашей группе, которая называется Club Most Jam, то там он, собственно, мы, он фотографирует, и мы потом публикуем фотографии. Его прекрасный. Вот, если вы вдруг себя находите, то радуйтесь. Если не находитесь, то все вопросы к Валентину. Вот, и, собственно говоря, Василиса, что-то, в общем, у нас мечте здесь. Хорошо, пока Василиса к нам идет, друзья, давайте мы поменяем эту композицию. Я хотел пригласить на сцену девушку, которую зовут Олеся. Олеся. Олеся Неделька здесь сегодня у нас в гостях тоже. И сейчас мы с ней изобразим композицию более другую. Тоже веселую и зажигательную, не рокового направления, но тем не менее. Знаете, наверное, вы такую группу Jamiroquai называется она? О, конечно, да, вы знаете, вот это хорошо. Итак, а кто-нибудь с песней Cloud Nine знает? Уже меньше. Угу. Хорошо, а кто последний альбом слушал? Тоже, да, не особо. Хорошо. В общем, для тех, кто не знает, сейчас узнает, а для тех, кто знает, тот молодец. Итак. Олеся Неделька здесь у нас в гостях, композиция Cloud Nine, группа Jamiroquai, и мы начинаемся. Добрый вечер! Это да? Чик-чик. Уже ведь текст забыла. You lost my love, but somehow
Следующая композиция, которая прозвучит у нас, она будет инструментального характера. Называется она Pieces, что-то в общем про какие-то Pieces непонятные. И я бы хотел пригласить наше духовое отделение на сцену, дабы у нас все получилось. Всем еще раз доброй ночи, всем вновь прибывшим. Друзья, здравствуйте, вы попали на Godmode Jam, клуб Алексея Козлова. Всех вас приветствуем, уважаем, любим. Итак, у нас происходят небольшие изменения в составе, но не серьезные. Ну что, друзья, послушаем веселое фанкового направления музыки, да? Как, вы готовы еще? Есть силы? Или сейчас пойдем спать все домой? Нет, не пойдем? Ну хорошо. Тогда поехали. We'll be right back.
Thank you.
понятно, что вам нравится такое музыкальное движение. Итак, дамы и господа, я вам спешу сообщить, что на этой замечательной, веселой, бодрящей композиции наша музыкальная часть так называемой живой музыки закончена сегодня. Но вы можете не сходиться, потому что сегодня еще поиграет замечательный наш диджей. Диджей Франц. Ему отдельное спасибо, друзья. Он еще раз потанцует, повеселит, в общем, позажигает. Клуб еще не закрывается, поэтому, собственно, отдыхайте, развлекайтесь, убивайте. Хочу сказать вам огромное спасибо, что вы сегодня собрались, что вы были с нами, что мы были с вами. Приходите каждую пятницу, мы вас ожидаем. Если есть желание узнать о чем-то подробнее, что мы, кто мы, зачем, есть группа ВКонтакте, соответственно, Glafmos Jam, есть Инстаграм Glafmos Jam, там можно подписываться, хэштеги Glafmos Jam, в общем, все для вас. Итак, отдельное спасибо нашим музыкантам сегодня: Алексей Козловский на барабанах, Константин Макеев на бас-гитаре. Еще сегодня на барабанах у нас играл Форти Нунес, вот только что вот этот наш человек сыграл соло, замечательно замесил. Илья Волков играл на бас-гитаре сегодня тоже, отдельное спасибо. Илья Чумаченко играл на саксофоне. Игорь Балабаев сегодня играл тоже на саксофоне у нас, друзья. Собственно, Сергей Коньков у нас сегодня играл на гитаре. Вот. И, в общем, еще всех очень много. Майкл Бабалола играл на бас-гитаре сегодня для вас. Еще сегодня, друзья. Да. В общем, спасибо всем огромное, господа вокалисты, господа музыканты, всем огромное гранд мерси. Спасибо клубу Алексея Козлова, всем работникам, звукоцех, музцех, всем администраторам, барменам, официантам, охранникам, поварам. В общем, друзья, всем вам огромное спасибо. Меня зовут Слава Быстров, до новых увлекательных встреч, друзья. Пока-пока. Диджей Франц для вас еще сегодня на Glafmos Jam. Отдыхаем, веселимся, набираемся сил перед рабочей неделей. Спасибо.